Уважаемые любители моих небольших роликов, сегодня у нас будет с вами сложная тема, о которой часто говорят в телевизоре и не только. Очень часто повторяют странное слово «сакральность». Что ж это такое? И как-то намекают о духовности, о каких-то скрепах, еще о чем-то таком очень тонком и неуловимом. Вот. Поэтому наш сегодняшний ролик называется «Цирк сакральностей». Значит, ну, сакральность предполагает, можно открыть интернет и там все сразу узнать. Ну, вот. А суть сакральности заключается в очень простом механизме. Она делится как бы на две части. Это некая неуловимая такая духовность, которая заставляет людей, принадлежащих к одной религии, к одной нации, делать, в общем, похожие поступки. При этом сакральность различается такая теологическими философами. Она рассматривается как непознаваемая. Сакральное – это тайное такое чувство, знание, ощущение, которое, как многие философы считали, дается нам от рождения. Но есть другое направление, характерное для ученых, которые изучают сакральное. Значит, что же под этим делом называют? Называют, в общем, все началось очень давно, потому что как только стали задумываться, а почему люди ведут себя одни так, а другие по-другому? И почему у людей возникают глубокие убеждения в том, что вот надо вести себя так? Вот. И называют эту сакральность священной. И почему-то считают, что ее надо придерживаться. Она является мерилом всего. Все началось довольно давно, еще в 18 веке, когда Дэвид Юм, англичанин, кстати говоря, я заварил себе черненького чая, вот. Очень хорошего, китайского. Вот. Китайский черный чай, он бывает очень хорошим. Так вот, он один из первых стал использовать этот термин, который, в общем-то, вошел в обиход только на рубеже 19 и 20 века. Он стал использовать его осознанно. То есть он что говорил-то? Он говорил простую очень вещь, что сакральность – это сознательный обман, когда людей убеждают в чем-то, и они в это верят. Это он сформулировал в своей книжке «Философские опыты о человеческом познании». То есть первый здравый человек, который сказал, что сакральность – это обман, который можно еще называть верой. То есть, ну, потому что она не требует доказательств. Почему в обиходе ученых нету слова «вера»? Потому что как можно верить во что-то, не проверяя и не ставя экспериментов? Как-то довольно странно. Это у нас так называемые ученые передовые самые, вот, цифровые арифметики, вот, ну, те, которые вычисляют сходство разных молекул, ну, вот, они, конечно, их все построено на вере в алгоритмы сравнений, которые они черпают из интернета. Биоинформатики. То есть они не биологи и не математики, а вот нечто такое вот. Приставка к компьютеру алгоритмизированная. Очень модные люди. И хорошо зарабатывающие. Так вот, Дэвид Юм, он сделал очень большой шаг, прогрессивный. Он впервые задался вопросом о сакральном не как символе веры определенной, то есть комплекса верований, так сказать, попытался обрисовать научный подход. Он, кстати говоря, мало изменился. То есть он так и назвал сакральная сознательность.
вот это вот религиозное, это обман. Ну, дело не стоит на месте, естественно, не только ученые, но и религиозные философы этим занимались активно. Правда, не очень успешно, поскольку все крутится вокруг лингвистических ужимок и прыжков. Ифрит, по-моему, Шлейермахер, вот так, какая-то такая фамилия, написал в свое время работу. Речь идет о религии, и обращена к людям, которые ее презирают. Как-то так называется. Вот. То есть там он опять распространял идею о том, что чувство священного, то есть сакрального, оно прирожденное свойство человеческой души. Ну, про душу мы с вами знаем. Найти ее крайне затруднительно. Хотя есть подозрительные личности, которые считают, что она где-то в районе промежности, потому что там всегда легче после известных событий. Но, тем не менее, с душой проблема. А вот то, что врожденное чувство сакрального не существует, это очевидно. Потому что, когда у нас появлялись маугли настоящие, сакральностью от них не пахло. Пахло совсем другими продуктами дефекации, никак не сакральным. И никакой сакральности или какого-то врожденного ума а-ля Шопенгауэр вот, определить не удалось. Так и здесь. То есть врожденное свойство человеческой души под названием сакральность, конечно, отсутствует. Это система взаимодействия между людьми, которая порождает такие представления. То есть процесс развивался, и в конце концов пришел к своему первому, можно сказать, и самому значимому исследователю Дюргейму, который попытался в классическом плане разработать вот эту идею сакральности. Он был французом, кстати, его племянничек потом там тоже подвязался и много чего сделал. Он пытался обосновать фундаментальный механизм социальной жизни, то есть, по сути дела, картину мира. И он говорил о том, что задача исследователей – найти те стереотипные формы поведения, которые отражают сакральность, то есть стереотипное поведение. То есть таким образом он шел через сознание, роль стереотипного поведения и сакральность. То есть, как всегда, все философы, они же ведь не четко формулируют свои мысли, иначе отвечать придется. Сами понимаете, кто же это хочет. Поэтому Дюргейм, он заложил основы, то есть он разбил все на две части, то есть на философскую, социальную, там подробности можете почитать, это добрые психологи, они тома исписывают философы на эту тему, поскольку перелив из пустого в порожнее является их профессиональным занятием. Но для нас важно другое, то, что он заподозрил о том, что вот эта самая сакральность является неким механизмом, который, во-первых, вырабатывается у человека, а во-вторых, у него возникло подозрение, что это стереотипные модели поведения. И вот тут он, так сказать, был по-своему провидцем своеобразным. В чем дело-то? Попробуем перевести все эти заклинания про сакральность, которые, в общем, выеденного яйца не стоят, в некую реальность нейроморфологического характера. О чем же надо говорить? Как только мы говорим про общественную модель поведения или, не дай бог, стереотипное поведение а-ля сакральность определенного типа, мы тут же должны обратиться к чему? К детскому мозгу, к воспитанию, образованию, ну, которое у нас сейчас носит такой, скажем так, символический характер.
И пока никаких изменений не предвидится. В ЕГЭ также процветают и задорные девки, повизгивая, значит, говорят о том, что это хорошо. Но вот насколько это хорошо, увидим через 20 лет. Жалко, что эти девки этого не увидят, потому что их ЕГЭшники натворят такое, что заставило меня, например, уйти из университета. Так вот, что же лежит в основе так называемого вот этого самого сакрального мышления, которое философы никак сформулировать и определить не могут. Одна болтология. Почитайте, получите удовольствие. На самом деле сакральное мышление – это не что иное, как запечатление поведенческие у детей, которые формируются в период формирования лимбической системы. То есть наиболее древний, наиболее гормонально зависимый, эмоционально обосновываемый. Потому что в большинстве сакральных поступков, как правило, логики нет. Есть эмоции, интуиция и отношения. Это что? Это лимбическая система, инстинктивно-гормональная программа поведения, которая закладывается методом детского запечатления до 7-8 лет. Именно в этот период, и описывают в своих книжках, называется «Морфология сознания», там, где описываю созревание детей. Именно здесь собака порылась. Этим детям вносится, ну, например, религиозная семья. Ну, там скрепы сплошные, там строго без телевизора и наладонные лабуды. Значит, все честь по чести. Только Евангелие, ну, азбука. Это придется. Этому учиться. Читать все-таки надо. А, да, все хорошо. Что там складывается до 8 лет? Ну, понятно, что в лимбическую систему на скромной материальной базе, более чем скромной, строится набор простеньких социальных инстинктов, за которые человек держится потом всю свою жизнь сознательно. Он подсказывает ему решения интуитивные и прочее, прочее, прочее. Рассудок тут ни при чем. То есть сакральность – это как раз фундамент интуитивного поведения, то есть работы лимбической системы. Вот. Таким образом, религия, в данном случае очень близкие события, они совпадают с сакральным. То есть даже вот племянничек как раз Дюркгейма написал книжечку, которая называлась «Социальные функции священного». Ну вот и поделил, значит, на сакральные и профанные миры. То есть между ними человек мечется как жертва. Ну, то есть профанными мирами он называл не лимбическую систему, а кортикальную, которая позволяет методам рассуждения определить, что правда, что ложь, что во что можно верить, что нельзя верить. Все так. Профанные и сакральные. Сакральные – это когда вы с хвостом и накачали себя набором социальных инстинктов базового типа. Потому что это хорошо, если вы верующая семья, если вы в семье растете, как у каких-нибудь злодеев, муджахедов, где там надо убивать инородцев с 6 лет из револьвера, это чего? И потом вы надеетесь, что из этого что-то вырастет, когда у него в лимбическую систему закачали такую сакральность? Да никогда в жизни. Это взорвется рано или поздно. Изменить и вылечить нельзя. Вы можете собрать хоть полсотни психологов, они вам не помогут, они будут только деньги собирать. Но таким образом, сакральность – это на самом деле набор социальных инстинктов, которые получает ребенок до 7-8 лет, и которые хранятся на базе лимбической системы. И в острых ситуациях заставляют его вести, уже будучи взрослым человеком, так, как он говорит, как мне кажется. Знаете, вот так девушки любят, я чувствую, что надо так вести. Ну, конечно, чувствуют, естественно. Зачем ей нужен владелец «Жигулей», когда рядом владелец «Мерседеса»? У нее чувства сразу же развиваются в новом направлении, причем абсолютно искренне.
Ну вот, но на этом наука изучения сакральности не остановились. Макс Шиллер, такой немец, приложил сюда уже в начале, по-моему, 20 века, приложил руки. Ну вот, то есть он строил сакральность через этику ценностей. Он считал, что все ценности существуют априорно. С чего взял? Вот немцы, они все такие баламуты. Откуда он решил, что ценности существуют априорно? До рождения человек родился прямо раз. А если Маугли, то какая у него ценность? Мышка свежая или лягушка сырая? Непонятно. Ну и как все немцы, он тут же разделил всех людей, которые априорно имеют ценности, которые являются основой сакральности, на высших и низших. Ну, это любимое немецкое развлечение. Но при всех своих недостатках он высказал очень важную вещь, что вся сакральность построена на эмоциональном интуитивизме, то есть интуитивно рождается и подкрепляется эмоциями. То есть он, в общем, впервые косвенно высказал идею о том, что речь идет о лимбической системе, больше ни о чем. Интуиция, скромные обоснования обезьяньего происхождения, и все это сакральность. Ой, не смешите меня. Уже в 20 веке Рудольф Отто написал знаменитую работу, которую очень любят попики. Всякие. И такие, и сякие. Он опять вернулся к тому, с чего начали мы наш небольшой рассказ о сакральном. Он о том, что высшие ценности невозможно понять. Священные непонимаемы. И он, как феноменолог религии, в общем, развивал эту идею. А поскольку люди еще имеют дурную привычку за свои идеи умирать, он еще возвысил сакральное до уровня надчеловеческого. То есть он утверждал, что бытие сакрального выше существования человека. Ну, понятно, с песнями под танки. Это в Германии было тоже очень распространено. Ну, то есть, иначе говоря, сакральность, так и не понятая ни философами, ни социологами, хотя это очень простая вещь, это все та же двойственность сознания, которую я пишу много-много лет. То есть лимбическое сознание, если его так можно назвать, построенное на врожденных формах поведения, ну, простых, жевания, глотания, на них строится что? На них скроются социальные инстинкты, запечатлеваемые этой самой архаичной лимбической системой, эмоционально-гормональной. Все. А с другой стороны, у нас есть другое, то есть есть корковое, то есть они называют профанным, философы, там, психологи, профанными мирами. Это то, что приобретает человек и записывает на кору, то есть личный персональный опыт, личная сообразиловка, ну, у кого есть, не у многих есть, как показывает опыт. А все остальное – это, значит, борьба между этими двумя вещами. То есть, насколько вы обезьяна или человек. Вот из этого Рудольф Отто умудрился создать, значит, целую теорию святости. Ну, надо сказать, что французы тоже приложили к этому делу большие усилия. Ну, вот приведу такого. Был французский колледж о сакральном. Они изучали сакральности носителей сакрального. Ну, и сакральное, это понятно, это короли, ясно, священники, а также девицы пониженной социальной ответственности и всякие душегубы, изгои. То есть, ну, они пришли к еще одной интересной идее, которую тоже можно интерпретировать с точки зрения конструкции нашего мозга. Они говорили, что все, что отличается от обывателя, все является или может быть сакральным. Ну, то есть,
особенности конструкции мозга, которых они ничего не понимали, но и видели плоды такого поведения, они относили к сакральным. Ну, конечно, и Карл Густав Юнг приложил свою шаловливые ручонки к этому делу. Не могу сказать, что меня впечатлило его сочинение, впечатляли его сочинения. Но, тем не менее, надо помянуть, он, так сказать, очень пользовался, любил термины разные. Ну, нуменозность, например. Ну, это как раз сакральность внутренняя, которая сидит в лимбической системе. Об этом он еще не знал. Но он говорил, что нуменозное – это вот то самое, что досталось нумезна. От обезьян контролирует человека. Но от обезьян достался чистый лист бумаги. В лимбическую систему надо записать методом воспитания с рождения до 7 лет. Что там будет нуменозного? Иначе ничего не будет. Ну, с Юнгом это всегда интересно. Ну, вот. Это он любит порассуждать на пустом месте. Ну и, конечно, Хайдеггер. Ну как же без Хайдеггера? Как же он туда тоже свои шаловливые лапки не запустил? Ну и та же всякая религиозная отсебятина, которая построена на том, что невозможность рационального постижения бытия отсюда, значит, мол, вот сакральность, она до такой степени невозможное и непостижимое, что мы должны только ей подчиняться и прочее, прочее, прочее. Ну, бред 18 века. Ну, вот. Это печальная картинка и плохой приговор Хайдеггеру. Ну, уровень примитивизма, конечно, потрясает. Но, тем не менее, это было в истории, отрицать этого нельзя. Более-менее внятное что-то было сделано Романом Бартом. Он занимался сакральным как неким явлением воспроизводства. То есть, ну, как сакральное появляется. Он сформулировал отличную вещь, мне очень понравилось. Он считал, что сакральное воспроизводится через тиражирование профанического. Объясняю. Значит, что он подразумевал? Если долго крутить плохую пластинку, вы в конце концов будете ее воспринимать как сакральное знание. То есть, на самом деле так. То есть, если взять какую-то глупость и повторять ее непрерывно 100 миллионов раз, то у человека восприятие заменится памятью. А любая память, которая узнает знакомое, она очень хороша, потому что экономит энергию. И тут сразу вам очень полезные вещества, которые успокаивают, утешают и расслабляют в обмен на не напряжение мозга, а на его расслабление. Память. Ну и тогда действительно с помощью профанации, уж совсем упрощая, можно непрерывным повторением, широким тиражированием создать новую сакральность. Было так? Да, конечно, вспомните. Рим, Греция, фашизм, Наполеончик, Бонапартий, анекдотичный персонаж из истории. Все они как раз профаническую систему умудрялись внести нации как сакральное миропонимание. То есть таким образом сакральность нужна, да, конечно, оно интегрирует общество. Более того, сакральностью иногда называют иррациональность человека. То есть все, что в человеке есть иррациональное, вне Бога даже, оно может быть сакральным. Это, кстати говоря, Ростова Н.Н., наша соотечественница, в 16-м году написал. Молодец, совершенно верно. Только это не иррациональное, это лимбическое. Обезьяне-обезьяне. Рациональности там никакой нет, потому что отсутствует абсолютно какая бы то ни была логика. Есть только эмоции, впечатления и глубокая убежденность. Поэтому, уважаемые слушатели, постарайтесь объективно относиться к тому, что вам пытаются продать,
как сакральное знание, поскольку у каждого оно формируется медленно в течение всей жизни. И самое страшное происходит от рождения до 7-8 лет, когда вам закладывают, по сути дела, социальные инстинкты или алгоритмы принятия решений, которые могут погубить вас или вашего ребенка навсегда. Будьте осторожны с такими приемами воспитания, которые у нас сейчас, да и во всем мире, очень широко распространены. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что я хоть чуть-чуть прояснил эту мутную историю с сакральным, потому что на самом деле она отражает очень простые конструкционные особенности организации нашего мозга и нашего индивидуального развития. На этом до свидания.